приказ от командования. Господи, они все-таки решились. Алькатрас, у тебя мало времени. Беги! Покойничек, ничего прогулка, а? Думали, я помер? Хм. Ну, я тоже так думал. Помни. Но костюм... Харгрив был прав. Костюм изменил все. Они проникли в меня. Цефы проникли в меня. Мне оставалось только разорвать связь с костюмом или потерять контроль над собой. И ты был там. Рядом со мной. Умирал на моих глазах. У меня не было выбора. Я должен был дать тебе шанс закончить то, что начал сам. Другой надежды у нас не было. Посмотрите. Не только Нью-Йорк. Не только Лингшан. Видишь? Цефалопода давно уже среди нас. И они расселились повсюду. Повсюду. История наша не окончена. Нам с тобой, морпех, рано помирать. Мы должны вернуться туда, где мы нужны. Я связался с тем самым морпехом, спасенным в Центральном парке, который носит нано-броню Джейкоба Харгрива. Момент, я настрою прием. Ну, то-то. Позвольте представиться. Карл Р. Страж, к вашим услугам. А вы кто? Меня зовут Пророк.